моторчиков и парусников появился, самое главное, теперь свой родной дом. Вот на базе этого уже можно начинать по-нормальному жить и развиваться. А что, ничего? Так скромно. Вообще супер, как на Формуле 1, только на воде. Вот это маленькие первые элементы развития острова. 400-летию, конечно, здесь надо работать над тем, чтобы появился большой музейно-спортивно-парковый комплекс.